Здравствуйте, дорогие китайцы. Получил от вас посылку. Так, а что-то видно было. Ни хрена не видно. В общем, короче, такую камеру, все работало. Вытащил флешку раз, все работает. А сейчас флешку поставил, и она осталась внутри. И сейчас никак я ее не могу ни вытащить, ни вставить. То есть она попала внутрь камеры. Ну, в общем, херня какая-то получается. Вообще камера, очень хотел такую камеру купить. Продавец молодец, но, как сказать, это не очень хорошо. Как ее теперь вытащить, флешку эту? Ну, в общем, я покупаю товар, чтобы он работал нормально, а не чтобы я потом мучился его, что-то как-то ремонтировал. Ну, в общем, от продавца требую компенсацию какую-то. Ну, продавец молодец, отправил, все, полный набор. Все есть. Так, это мое. Это и силиконовый чехол где-то там был, все есть. Все. Продавец молодец, ну, товар, как бы сказать, слегка фуфловый. Ну, попытаюсь достать как-то флешку. Ну, камера мне нравится. Все, давайте, до свидания.